Доброе утро, друзья мои! У меня совсем нет времени снимать видео для канала. Но так хочется делиться с вами всем, что происходит в Риме, даже тем, что в Риме наступила настоящая осень. Утром стало прохладно, а к обеду воздух прогревается до 20 градусов и выше. Поэтому, если в ближайшее время планируете поездку в Рим, вас ждет прекрасная погода и ласковое итальянское солнце. Это я к тому, что не забудьте положить в сумку солнцезащитные очки. Они вам пригодятся даже осенью. Рим прекрасен в любую погоду, но когда светит солнце, Рим становится еще прекраснее. Ну а я с нетерпением жду вас в Риме. Пусть сбудутся все ваши мечты, и вы приедете в вечный город, чтобы пройти по улицам, по которым ходили великие люди мира.